участник исполнительного производства. Это мой работник. Нет, подождите. А мой работник, он тоже. Подождите, нет, это мой работник. Подождите. Нет, давайте мы сразу все разберем. Давайте. Давайте, я готов. Я только за, чтобы не было посторонних людей, а здесь была только мама и ребенок, и я. Я его передам беспрепятственно, и уже мама, конечно, как мама, его собирает. Если не будет никаких криков, потому что не будет посторонних людей без прав, я только за. Я только за, чтобы ребенка мама спокойно одела, взяла на руки без криков и забрала домой. Потому что у ребенка должна быть мама. И я всегда об этом говорю.